Если в 3 часа ночи мы посмотрим проклятый мультик про Соника XL, то будет происходить какая-то мистика. О, черт, это просто шесть! Он просто ему вынес мозги. Настя! О, господи, что происходит? Че творим, бро? Меня зовут Саргионис. И бро, сразу же приподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь будет ты же стаж, перед тобой Суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, про тебя не очень нравится быть под нами. Так что скорее вступай в мою Суприм банду, чтобы быть самой сильной банде на Ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! И Суприм банда, вы не поверите, но на часах 3 часа ночи. А как мы знаем, банда, в 3 часа ночи всегда происходит какая-то мистика. И сегодня, банда, мы проверим одну легенду, которая появилась совсем недавно. И эта легенда гласит, что если в 3 часа ночи мы посмотрим проклятый мультик про Соника XL, то будет происходить какая-то мистика. К примеру, говорили даже, что на них нападает Соник XL. Только вдумайтесь, мы же, банда, уже ко всему подготовились. Вот это мультфильм Соника XL, который мы сегодня будем вместе с вами смотреть. Здесь будет стоять камера, снимать нашу реакцию. А после мы посмотрим, что будет с нами происходить. Я очень надеюсь, банда, что это все фейк и ничего такого не будет. Потому что я очень переживаю за свою жизнь. Соник XL — это одно из самых опасных существ. Я помню, как мы тогда его призывали. Было просто жесть, Суприм банда. Окей, тем не менее, бандиты, давайте на твит наберем 10 лайков. И тогда я посмотрю еще другие проклятые фильмы и анимации. Так что будет скорее ставь лайк, а также подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насти. Ведь в своих инстаграмах мы общаемся с вами, Суприм банда. Подпишись, напиши нам директ и все, жди. Уже совсем скоро мы ответим именно тебе. Так что будет скорее ставь лайк, ссылка в описании, а мы теперь приступаем. Погнали! Окей, банда, надеюсь, вы готовы, мы запускаем мультфильм. Черт! О, господи, просто жесть! Это Тейлз, ну куда ты летит? Ты видишь это? О, господи, я в предвкушении, что здесь будет. Я все еще не видел этот мультфильм. Окей, там стоит Соник. Очень надеюсь, что это обычный Соник, а еще не Соник XL. О, нет, он взлетел. Это Соник XL, банда. Господи, Тейлз в опасности, вы это видите? Соник может запросто его убить, господи. Господи, просто жесть. Все небо просто красное, банда, вы это видите? Господи, просто жесть, Тейлзу страшно, нам тоже очень страшно. Господи, он сейчас его убьет. О, мертвая свинья, черт. Господи, мертвая курица, она убита кольцом, банда. Это просто жесть, это реальный Соник XL. Господи, он сейчас убьет Тейлза, черт, это просто жесть. Мне тоже очень его жалко, черт. Он такой милый. О, это обычный Соник, банда, показалось. Это просто жесть. Я уже думал, что все, всему конец. Но кто тогда убил остальных животных? Что происходит? О, господи, это Соник XL, банда. Тейлзу нужно срочно убегать. Он сейчас его просто убьет. Просто жесть, Суприм банда, господи. О, нет. Он просто убегает, ты видишь это? Кто? Он сейчас его убьет, он летит за ним, Соник XL летает, банда, вы это видите? Просто жесть, ему конец, он серьезно умрет. Господи, как же там много трупов, это просто жесть, банда. О, ты отзыкает, здесь какой-то план. Ого, ничего себе, он, у него руки как будто какие-то мачете, все на подряд связают. Что будет делать? Его убили, что он ее просто проткнул? О, господи, фу! Это так отвратительно выглядит! Господи, просто посмотрите, Соник XL, он бессмертный! О, черт, у него есть регенерация! О, господи, все, Тейлз, это просто жесть, Суприм банда! Это реально какой-то проклятый фильм, проклятая версия Соника XL! О, черт! Что происходит? Он его не будет убивать или что, он его просто так оставит? Очень принесло Тейлз, он останется жив, это просто жесть, Суприм банда, вы это видели? О, господи, окей. И все? На это все? Это вся его анимация? О, господи, черт. О, нет! Он просто его убил, банда, он ему отрубил голову, вы это видели? Это такая жесть, господи! Ты слышала? Да. Там что-то было. О, господи, окей, нужно поставить на паузу. Суприм банда, я клянусь, я что-то слышал, там что-то упало. Окей, я возьму с него все на телефон, что там было. Окей, банда, нужно посмотреть, что это было, господи. Я отчетливо слышал, как будто какие-то двери открылись. Неужели это
Эй, здесь кто-нибудь есть? Господи, пожалуйста, пусть здесь никого не будет. Я очень надеюсь, банда, что этого Соника Экса не существует, он не придет к нам. Окей, я здесь никого не вижу. Просто жесть, банда. Я слышал явно, как будто какие-то двери открывались. И никого нету. Господи, как же я переживаю, черт. Это просто жесть. Окей. Эй, здесь кто-нибудь есть? Я отчетливо кого-то слышал. Эй, кто-нибудь? Здесь кто-то есть? Господи, что происходит, банда? Окей, думаю, нужно уже вернуться назад к Насте, посмотреть, что там. Нужно досмотреть этот мультфильм. Окей, я ничего не увидел, там ничего не было, просто жесть. Но я отчетливо слышал, как будто что-то упало. Окей, давай смотреть дальше. Господи, просто жесть. Соник Икс и убил Тейлза, банда, вы это видите? О, господи, это так отвратительно выглядит. Это голова Тейлза, господи. Мне очень его жаль, черт. Просто жесть. Соник Икс, это реально очень опасное существо. О, господи, он смеется. Господи, какой же это монстр, банда, такая жесть. Мне все очень не верится, что мы реально нашли этот фильм. Это реально проклятый фильм Соника XA. И его ни за что нельзя смотреть в 3 часа ночи. Вся избок там было написано. Окей, он снова куда-то идет. Господи, такая жесть, Суприм Банда. О нет. Господи, что он будет делать? Черт. О, фу, банда. Он сделал манекен, вы это видите, это просто жесть! Господи, что происходит вообще? Это реально какой-то ненормальный монстр, Соник XA! Господи, у него полностью красные и черные глаза, как у реального демона! О, нет! Он его сейчас убьет, просто жесть, Суприм Банда, вы это видите? Уже все разыскивают Тейлза, просто жесть, Суприм Банда! Да, он вообще видит там какой-то завод или что? Просто жесть, банда, вы тоже это видите? Это реально очень страшная анимация. Просто жесть. Окей, банда, Наклз куда-то летит. Он 100% ищет Тейлза. Просто жесть, это реально какой-то завод. А что, если это какое-то здание Эггмана? Возможно, он пришел к нему за помощью. О, господи, там просто все в крови, банда, вы это видите? Господи, только нет, надеюсь, он не умрет. Это один из моих самых любимых персонажей вселенной Соника. Господи. О, надпись, немилость, возвращайся назад. То есть даже надпись его спасает. Просто жесть, он этого даже не видит. О нет, сзади него появляется Соник. Господи, он сейчас его убьет, банда, просто жесть. Господи, пожалуйста, живи, Наклз. Пожалуйста, черт. Это такая жесть, Суприм Банда. Господи, у меня мурашки по коже бегают от этой страшной анимации. О, господи, он реально сейчас его убьет, банда, вы это видите? Соник. О нет, сзади него тут манекен. Черт, просто жесть, Суприм Банда, вы это видите? О господи, Наклз это увидел. Он просто в шоке. Какой же Соник стал монстром. Просто жесть, господи, мне реально жалко этого Тейлза. Он же ни в чем не виноват, он дружил с Соником. Он просто его убил, господи. Черт, мне просто в это все не верится. Наклз тоже в шоке. О, господи, я надеюсь, что Соник вернется назад, этот Соник Икс пропадет, и Наклз хотя бы останется жив. Господи, просто жесть. О, черт, фу. Он просто взял кров, лизнул свой палец и просто съел кров, вы это видели? О, Наклз в бешенстве. О, господи, он его ударил. А Соник Икс все равно, хоть бей его, хоть нет, у него регенерация. О, фу, просто жесть, его глаз. О, господи, он реально его повредил. Жесть, Суприм Банда! Мне очень жалко их всех. Он просто всех их убивает, банда. Окей, что он делает? Там было какое-то дерево, но зачем? Что он собирается с ним делать? О, господи, он просто поднял дерево, банда! Вы это видели? Такая жесть, господи! Окей, Наклз куда-то спрятался. Пожалуйста, пусть он останется жив, пожалуйста, господи. Окей, что происходит? Что вообще делается? Ого! Ты видишь это? Просто жесть! Как он вообще это сделал, банда? У него реально какая-то ненормальная сила. О нет, он сейчас этими штырями убьет Наклза, только не это! Господи, просто жесть! Нет, только не это, господи! О, он промазал!
Господи, как же ему только что повезло. Посмотрите, он просто промазывает. Банда, вы это видите? О, господи, как же повезло Наклзу. Он точно останется жив. Возможно, Соник уже обычный Соник вернулся назад. О, господи, Наклзу очень сильно повезло. Что происходит? О, черт, это просто жесть! Он просто ему вынес мозги, банда, вы это видите? Он реально убил Наклз. Ты слышала это? Да. Что это было, банда? Неужели это уже пришел Соник Иксей? О, господи, что вообще происходит? Черт! Просто жесть какая-то происходит, банда! Окей, давайте уже смотрим мультфильм, тогда все проверим. Господи, просто жесть. Окей, что будет дальше делать Соник? О, там кто-то летит, посмотри! О, это главный злодей, банда, вы это видите? Черт, просто жесть, неужели он сейчас и его убьет? Думаю, что этот злодей уже должен точно как-то убить Соника, у него очень мощные пушки. Господи, что происходит? Соник телепортируется, посмотри на это! О, господи, пожалуйста, только не это, черт! Он его убил, черный экран! Господи, просто жесть! Окей, он куда-то летит. Что происходит? Он летит за ним, банда, он его все еще не убил! Господи, он просто летит за ним, вы это видите? Неужели он сейчас его убьет, черт? Пожалуйста, сражайтесь, чтобы хоть кто-то остался жив! Этого Соника Иксей реально должен кто-то уничтожить! Просто жесть! Это реально какая-то проклятая версия Соника! Это проклятый фильм Соника Иксей! О, господи, он показал, что ему отрежет голову, вы это видите? Господи, просто жесть, Суприм Банда! Пожалуйста, живи, хоть ты выживи, пожалуйста, убей этого Соника Иксей! Убей этого демона! Что происходит? Соник что-то говорит непонятно, он как будто рычит. О, господи, что он будет сейчас? Господи, это просто жесть, ты это видела? О, черт! У него просто какие-то щупальцы появились, вы это видите, банда? Он сейчас его поймает, черт! О, господи, неужели он его убьет? Это просто жесть, Суприм Банда, вы это видели? Господи, он его притягивает, банда! Я что-то слышу там, господи! Это просто жесть, он сейчас его убьет! Окей, какая-то кнопка, какой-то пульт! Он что-то активировал? Господи, что сейчас будет? Даже Соник в шоке, ты видишь это? Просто жесть, банда! Что происходит, господи? Окей, он выбрался, злодей оттуда выбрался, то есть злодей все-таки спасся! Неужели он сейчас уничтожит Соника Иксей? Окей, он что-то снова активировал, посмотрите! Там какой-то луч, вы это видите, банда? Это просто жесть, господи! Окей, он поймал Соника Иксей, банда, он его уничтожает, вы это видите? Это какой-то солнечный луч, который просто уничтожил Соника! Он сгорел, банда, посмотрите на это! Это просто жесть, неужели он реально уничтожил Соника Иксей? О, господи, все остальные уже мертвы! Просто жесть, банда, посмотрите на это! О, господи, похоже, на этом конец он просто его уничтожил! То есть Соник Иксей уже мертв, все. О нет, он все еще жив, банда, вы это видите? Это просто жесть. И на этом заканчивается анимация, это просто жесть, банда. Ну что, Настя, как тебе мультфильм? Ну как-то грустно. Мне тоже очень грустно, мне жаль всех тех, кто умер. А как ты думаешь, тот главный злодей, он тоже умер? Или он все-таки смог одолеть Соника? Думаю, да, умер. Это просто жесть, господи! Окей, Суприм Банда, меня тоже немного напугал мультфильм, но еще больше меня пугало то, что я слышал какие-то звуки в коридоре, как будто там кто-то ходил. Тем не менее, банда вроде... Господи, опять ты это слышала? Что слышала? Снова что-то было? О, господи, что происходит? Черт, банда, это просто жесть! Эй, здесь кто-нибудь есть? Господи, иди за мной, Настя, только аккуратно. Эй, здесь кто-то есть? Господи, просто жесть, черт! На часах уже почти 4 утра, на улице уже рассвет. Эй, Соник Иксей, это ты? Господи, пожалуйста, кто-нибудь. Че такая жесть? Настя, быстрее иди сюда, не ходи сзаду. Это просто жесть, банда, вы это видели? О, господи, что это, Настя? Ты это видишь, свет начал мыкать. Просто жесть, Настя. Господи, мне тоже очень страшно. Просто жесть, посмотрите на это, банда. Там реально похоже Соник Иксей, господи, он все-таки пришел. Окей, нужно как-то аккуратно подходить туда. Просто жесть, господи. Черт, Настя, держи сзади меня. Господи, просто жесть. Свет уже не мерцает, банда. О, господи, Соник Иксей.
выясни, где нету, что это было, Настя, ты это видела? Просто свет мерехтел, черт! Мне просто в это все не верится, банда! Господи, он должен быть где-то здесь! Господи, только не это, черт! Господи, что это? Просто жесть, дверь закрылась! Я не могу ее открыть, Настя, что происходит? О, господи, банда, Фейк, ты видите, это просто жесть! Я не могу ее открыть! Эй, Соник, выпусти нас, господи! Настя! О, господи, что происходит? Отрывай его, черт! Господи, Аня! О, черт! Эй, Настя! Эй, Настя, ты как? Господи, очнись! О, черт, он тебя поцарапал! Просто жесть! Он когда тебя набросился, тебя поцарапал! Просто жесть, панда Пэй, ты видите, черт! Он реально поцарапал Настю, господи! Очень как же болит. Это... Ой, я верю, Настя! Просто жесть, он реально тебя поцарапал! О, господи, Сережа, у тебя тоже что-то! В смысле, что? О, господи, что? Где? На этой стороне! О, господи, что там такое, суприпанда? О, черт, вы это видите? Просто жесть! Господи, он мне на лице просто выцарапал слово «Бог!» Это Соник вычитает себя Бога, банда! Он это выцарапал у меня на лице, вы это видите? Это просто жесть, господи! Черт, Настя! Я надеюсь, что он уже ушел отсюда! Что? Это просто жесть, у меня тут реально выцарапано «Бог, банда, вы это видите?» О, господи, окей! О, господи! Он как-то убежал отсюда, банда, вы это видите? Это просто жесть, суприпанда, скорее ставьте лайк! А также проводкуйте с прошлого видео, просто бескорее шикарные, и делайте комментарии, а брось крутые выше после чего видео всего лишь просто позиция ниже. Нажал лайк колокольчик и все ворот уже на видео. Лайк колокольчик на видео, бандит. Просто жесть, господи. И бандит, помни одно, оставайся таким шикарным. Пока. О, черт.